Канал Град снова на связи. Это у нас Ведьмак 3, Дикая Охота. Откуда тут вообще охотники за колдуньями? Не ехали же они с самого Новиграда, чтобы вздернуть двух холопов? Не знаю, господин. Они сказали, куда едут? Геральт, хорошо, что ты пришел, а то с этим мужичком сладу нет. Надо будет их кнутом поучить, может, яснее заговорят. Ну, говори, куда так поехали. Это же тот, который отрезал себе ухо, да, в плату? Деревеньку на болотах, господин. И какая-то девка с ними была. Про мать выспрашивала. Девушка? Не Тамара ли Геральт, это? Едем туда. Сейчас же. Про мать спрашивала. Это же тот, этот, который плату Собрать. Отдал своим Сейчас ухом этим соберу. Ведьмам с кривоуховых топий. И действительно, что здесь делают охотники на ведьм? И девушка как... И я уверена, что это Тамара. А мы-то... А, ну да, мы идем туда. Мы же барону сейчас помогаем. Точно, возвращение кривоуховой топи. Да нет. Я помню тебя. Встречал я ваших хозяек. Ведьмы они, а не хозяйки. Зачем же вы Ну, они ведьмы. Судя по их виду, это чудовище в людской одежде. Вы, сударь, должно быть Фисштахом объект. Не знаю, что это, но нет. Я, сказать по правде, всех хозяек не видал, только шептуху. Но ну, конечно, красавица. Она перед тобой предстала как красавица, а свой истинный облик она не показывала тебе. Ёбаный топи. Ну, ты ругаешься. Вот у крестьян мозги гниют. А вы двигаться быстрее можете? У вас, может быть, кони есть или еще что? Скоро а то мы так до этих топий будем существует. Идти О, да. очень долго. Да людям ну да, безумные старухи, а это точно. И я больше чем уверена, что они даже не покажутся. Вот дома. От слова совсем. Да. Они показались только Геральту, я так думаю. Мы там встретим кого-то другого. Я надеюсь, что с Анной все в порядке. Потому что должно быть все в порядке. Ну, относительно. Но главное, что она должна быть жива. Потому что тот выбор, который мы сделали, он повлиял на ее судьбу и на судьбу барона, соответственно. В принципе, я этого и добивалась, когда делала тот выбор, ну, убивать этого духа шепчущего холма или нет. Да, помощь от вас никакой, вы так мешаетесь. Стояли бы в стороне и все. А то ведьмак так ненароком еще вас зарежет. Поржем, как говорится. Жестко. Действительно, жестко. Да, давно мы так не воевали. Зря мы сюда полезли. Сейчас он справится. А дальше-то что? Я и говорю, я с вами, поэтому не лезьте на рожон, а то живыми не уйдете. Сколько у вас здесь? Шестеро. Интересно, сколько дойдет до кривоуховых топий. Все шесть? Что-то я сомневаюсь, потому что не особо бравые они воины, честно. Я бы давно уже добежал туда. Они меня немного тормозят. Я просто понимаю, что если я уйду вперед, они здесь все полягут. И вроде как мне надо рядом с бароном держаться. Наверное. Хотя... Да, да, кажется, вон уже кто-то понял. Их было шесть. Сколько стало их теперь? Четверо осталось, двое вот они валяются. Красавчики, блин. Да, их осталось четверо. В итоге, я думаю, что дойдем мы с бароном и все. Да и ладно.
Мы уже рядом, честно говоря. И вон там кто-то дерется еще, кстати. С этими утопцами. Кто не это? Знаю, это охотники на ведьм? Да не за что. Я не знаю, кто ты. Но вроде ты дерешься на моей стороне, поэтому убивать я тебя не буду. Кто ты? Геральт из Ривии, ведьмак. На службе Вечному Огню нужны такие, как Тамара. Я Тамара. Я много о тебе слышал. Тамара, доченька, вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Не желает она, я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи. Не хочу я встревать в ваши семейные дела, вот честно. Ладно, пусть будет так. Твой отец и правда хочет найти жену. Твою мать. И много он тебе платит, чтобы ты держал его сторону? Ни копейки. Истинно говорю вам, гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это мы кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит, ты с ними теперь? Может, еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой приехали. Напомню, что у нас есть дела. Ты ведьмак. Поможешь нам? Затем я и пришел. Ну так помогаю я не вам, я помогаю барону. В проклятом месте. Это здесь важный не момент. Стоит терять времени. Между прочим. А с чего ты взял, что их здесь нет? Они здесь. С того, что мы еще живы. Ну да. Обыскать деревню. Хотя да. Но они наблюдают, я думаю. По-любому наблюдают. Можно было и потише зайти, между прочим. Только странно, что здесь никого нет. А где же... Нет. А где же Анна? Так, здесь полотно. Оно, скорее всего, где-то здесь. По-любому она там сидит. Оттерла все. Эй, давай-ка назад, грязнуля. Пряника кусок. Свеженький, горяченький. Мама. Вот и ты, свежий, как цветочек. Бей меня, вышло слишком мало. Я надкусила проверить, крепкий ли. Но он свежий, жалься. Жалься. Да, жива-то она осталась жива, но по ходу дела она у нас сошла с ума. Я просила, молила. Мама. Ну, это в принципе я... неудивительно. Ты узнаешь меня? То, что ей пришлось пережить, это довольно... Что с ней такое? Надо быть предельно сильным духом, чтобы не лишиться рассудка. Дай-ка сюда, я протру. Все начисто дотру. Мама! Так, у нас гости. Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Я Может, даже не знаю, что это. Это верно. Приготовьтесь. Но это не ведьмы. Кого не могли послать? А, беса. Они должны были беса послать. От тебя смердит страхом. Ты испортишь нам трапезу. Что там? Наблюдают.
Пряха. Шептуха, пряха. Они мешают. Да? Ну уж поверьте, Геральт невкусный. Я так, ну бес, да, вот он и бес. Кухарка. Шептуха, пряха и кухарка. Приятно познакомиться. В прошлый раз они не назвались, по-моему. Ну или я не обратила на это внимания, обратила бы сейчас. Так, а бес довольно... Конечно же, он на меня агрится, как иначе. Твою мать, жизни-то нифига вообще нет. Вы только путаетесь, говорю же, под ногами. Толку от вас совершенно ноль. Кого интересно смердить страхом? Явно не от меня. Не сказать, что бес такой уж страшный. Вот это они явно про нас. Здесь больше нет таких мускулистых людей, как Герни. Что это было? Бес. Похоже, бес. Ведьмы нас почуяли и послали его за Анной. Проклятые ведьмы! Мало они нам зла причинили. Хватит! Я забираю ее. Это моя жена, и она вернется со мной домой. Я буду рад, если ты поедешь с нами. Не прикасайся к ней. Мы обе уезжаем из этого проклятого места. Она больна, слаба. Куда ты собралась тащить ее в таком состоянии? В Оксенфурт? Ты убьешь ее? Я о ней позабочусь. Вы рвете ее друг у друга, как тряпичную куклу. Дайте ей решить. Куличики? На обед да, будут. Она не с... Куличики? Ничего она сейчас не да. решит. Это какие-то злые чары. Ведьмак, помоги ей, прошу тебя. Это не чары, к сожалению. Прежде всего, ее надо отсюда забрать. Ведьмы уже знают, что мы за ней пришли и могут прислать кого-нибудь пострашнее беса. Я не двинусь с места, пока ты не скажешь, что сможешь ее расколдовать. Не смогу. Боюсь, это не злые чары. Mm-hmm. А что же? Она слишком много вынесла. Потеря ребенка, похищение бесом, жизнь в деревне у ведьм, заботы о детях, которые теперь пропали. Все это оставило на ней след. То есть, ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль. Я отведу ее к одному пустыннику. Я встретил его много лет назад. Очень мудрый человек. У него настоящий дар врачевания. Стоит попробовать. Стоит попробовать. Я поеду с тобой. К сожалению, это невозможно. Почему? У тебя есть обязательства перед церковью Вечного Огня. Как только мы закончим дела в Велине... Ты сама выбрала эту дорогу. Ты сказал, что спасешь мою мать. И я сдержал слово. Теперь о ней позаботится твой отец. Позаботится? Ты же знаешь, кто он такой. Знаешь, что он с ней делал? Он уверяет, что изменился. И я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи. Он позаботится о ней. А у тебя теперь новая жизнь. И новые обязанности перед Вечным Огнем. Не бойся. Все будет хорошо. Ну да, сейчас она, конечно, прям поверила в твои слова после всего, что происходило. Я больше не притронусь к водке. К водке. Пойду знахаря. А когда он ее исцелит, мы тебя отыщем. Поклянись. Клянусь. Ну, грустно, да. Весьма грустно. Ведьмаки были созданы, чтобы убивать чудовищ.
Не важно, кто дает заказ, важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что ведьмак станет защищать их от них самих. Ну да. Люди действительно этого не ждут. Спасибо за помощь, ведьмак. Несмотря ни на что. Да хранит и направит тебя вечный огонь. Спасибо. А мы довольно такой странный ведьмак из нас получается, да? Нет, они дают нам все-таки деньги за наше задание. То есть не просто так мы стараемся. Так, а зачем нам на Скеллиге отправляться? Найти корабль, идущий на Скеллиге. Нам же еще Новиград нужен. Вообще у нас еще здесь есть одно задание у Кейры Мец, которое мы будем выполнять уже в следующем выпуске. А сейчас всем пока.